Итак, дорогие друзья, здравствуйте. И сегодня я хотел бы поговорить с вами вот на такую тему. Почему одни люди в сетевом маркетинге достигают больших результатов, цепляются за эту возможность, как за спасательный круг цепляется утопающий, а другие просто игнорируют эту возможность. В чем причина? И как оказалось, все достаточно просто и банально. Это вера, видение, предпринимательство. Ну вот давайте на примере разберем двух проектов, в которых я работаю. Почему одни люди, увидев этот проект, заходят в него, начинают зарабатывать, а другие или ничего не делают, или просто игнорируют эту возможность. В чем причина? Как я уже говорил, это видение. Когда я увидел эту возможность, этот проект, мне сразу же бросилось в глаза следующее. Первое. Это безрисковый вход. Минимальная цена всего в $25. Но это практически ни о чем. Второй момент. Шикарная библиотека информационного продукта, стоимость которой $10,000, становится мне доступна сразу же, если я активирую класс за $25. Следующее. Когда я захожу в раздел «Классы», я вижу, какой я могу получить доход в каждой программе. Их здесь 16, и доход огромный. Повторюсь, зайти можно и начать здесь зарабатывать всего с $25. Что для этого нужно делать? Да ничего сложного. Просто делиться информацией. Вот и все. Разве это сложно? Нет. Да, я понимаю, для кого-то может быть это и сложно. Но это только на первом этапе, когда вы не знаете, что надо делать и как делиться информацией. Здесь же за вас это делают спикеры, они проводят презентации. Вам просто дать человеку ссылочку, пригласить на конференцию. Вот и вся работа. И при этом вы можете зарабатывать неограниченное количество денег. Вот если вы видите перспективу с этой стороны, что вы можете заработать неограниченное количество денег, просто делясь информацией и активировав класс за $25, то все становится ясно и понятно. А если у вас в глазах просто возникает сумма $25, которую надо внести, чтобы активировать минимальный класс, и вы больше ничего не видите, кроме этой суммы, которую вам необходимо внести сюда, то, конечно же, вы здесь не сможете зарабатывать. Вы даже не сможете продвигать этот проект, что-то делать. У вас совершенно другой подход. Это другая категория лиц. Они думают, что их хотят обмануть, забрать их деньги. И, в общем-то, и все. Больше они ничего не видят. Разный подход, разное видение, разное мышление. Следующий проект, который мне попался буквально на днях, и я очень рад, что это произошло. Компания с уникальным продуктом, который помогает людям решать их проблемы со здоровьем. Сегодня такие проблемы есть практически у каждого человека. Если их нет, они обязательно появятся. Будьте уверены. И поэтому даже для профилактики необходимо пользоваться вот этим продуктом. Что видят одни люди и что другие? Одни люди видят продукт, они смотрят отзывы людей о продукте, смотрят, что это за продукт, какую ценность он несет в себе, как можно на этом продукте еще заработать, помочь другим людям увидеть этот продукт. То есть вы можете поделиться с другими людьми, показать им этот продукт, его ценность,
люди могут с помощью этого продукта решить какие-то свои проблемы по здоровью, увеличить продолжительность жизни, избавиться от каких-то серьезных заболеваний, заплатив такую сумму. И второй момент, когда вы делитесь информацией, люди начинают приобретать этот продукт, вы еще получаете здесь вознаграждение по маркетингу, потому что это сетевой продукт. Вот одни люди видят ценность продукта, то, что на нем можно еще и заработать огромные деньги, и они это делают и получают результаты, делятся этими результатами, у них строится структура потребителей, они получают вознаграждение по маркетингу, еще и зарабатывают. Вторые же люди, они этого не видят, не воспринимают, не приемлют, они видят вот эту цену 1750 рублей, для них это стена, то есть вы мне хотите что-то тут впарить за такую большую цену, я с вами не согласен, и уходят. Они не получают решения своей проблемы, они не получают возможности здесь заработать на уникальном продукте. То есть они не получают никаких результатов. Вот и вся разница между двумя категориями людей. Одни ищут возможности решения проблемы и все это получают. Вторые видят только то, что для решения какой-то своей проблемы им необходимо заплатить. Они этого делать не хотят и, как правило, не получают абсолютно никаких результатов. Ни решения своей проблемы, ну и, конечно же, никакого заработка. Поэтому, друзья мои, если вы пришли в сетевой маркетинг, если вы увидели возможности сетевого маркетинга, увидели продукт уникальный, пользуйтесь им, делитесь информацией. А то, что на вашем пути встретятся такие люди, которые вам не поверят, относитесь к этому спокойно. И скажу вам больше, таких людей на вашем пути будет 90%, которые отвергнут ваше предложение. Вот потому-то 90% людей и живут, ну, я бы не сказал за чертой бедности, но терпят неудобства. А те, кто увидели возможность сетевого маркетинга, очень часто с уникальным продуктом, они начинают здесь разбираться, обучаться и получать результаты. Это уникальная возможность заработать денег, поправить свое здоровье и решить какие-то другие свои жизненно важные проблемы. Сетевой маркетинг сегодня дает нам вот эту уникальную возможность. Друзья мои, обязательно воспользуйтесь ей, и я желаю всем удачи. Всего вам доброго.